готов для вас. Помню, в детстве считалку узнал, где король, королевец, сапожник и портной. Эти роли ты сам выбирал и решал, кто ты, злодей или герой. На стене твои граффити и за партой скоро кончится урок. Целый мир для тебя открыт, зазвучит сейчас последний твой звонок. Главный экзамен впереди ждет тебя. Выбор сделать вновь. Расправить крылья свежий ветер звездам унесет. От искушений этот мир Бог убережет. Подари саду.
звучит мелодия любви. Я за чертою перенесу тени и быстротечны стали дни. Красок больше не пьянит. Чем выше солнце, тем меньше тени. Я знак неба ясный, любимый нежный взгляд. Но у нас красивым был закат. Я одинок.
один я один я один. Я новую любовь искал так чудо, но наши души вместе в небеса не смогут друг без друга. Спасибо. Я холодным поту скинут кончики пальцев. Детонатор к сердцу подведен, и кровь кипит внутри, разрывая на части. Да и дрожь, мне опять свалило. Этот тонкий расчет не могло быть иначе. Каждый день, как игра в казино, я рискую себя, ставлю все на удачу. Остановись, подумай о жизни ночью или днем. Но я не слышу голос пути, и я все бегу. Там бокале вино, запах новых купюр прибавляет мне силы. Регулятор до отказа, но и на спичке меняю, я жестом красивым. Снова в жизни крутой поворот, я планирую ход и надеюсь на выход. Ставку принял прожорливый слот, и жизнь моя в руках, а на руки бандита. Остановись, подумай о жизни ночью и днем. И вот осталось мало, ты слышишь, но я не буду. Мы в нем одни, я в нем ничего.
между нами звон битого стекла и в сердце стон. Вяжем слова, души сплелись, не развязать, но жизнь камнем вниз не удержать. Но невозможно все понять, я не хочу тебя терять. Мне не нужны слова твои, что нет любви. Не верю я, что навсегда любовь уходит в никуда. Своей рукой не затвори ворота в рай. Нить серебра, свет одинок лун, ночи без сна. Ветра пьянящий бриз не даст мне ответ. Как можно жить, когда любви нет? Но невозможно все понять. Я не хочу тебя терять. Мне не нужны слова твои, что нет любви. Не верю я, что навсегда любовь уходит в никуда. Своей рукой не затвори ворота в рай. Прям любви. Спасибо. Обращается все чаще к Богу. Но настанет тот день, и настанет тот час, цей белый увезешься в небо, опускаясь в небес пред рассветным лучом. Свет души покажет мне дорогу. Я верю, встретишь ты свой остров, найдешь и ты в душе покой. Жизнь ясным светом озаряет остров покаяния твой. На своих игроков драматичен финал. Проходят дни, золотых цепей блеск не скрывает оков. И пылает закат и сеет. Только не распасет, и сомнения нет. За
цвета мозаяй, остров, пока я не вновь. Я верю, встретишь ты свой остров, найдешь и ты в душе покой. Жизнь ясна, цвета мозаяй, остров, пока я не вновь. Спасибо.
и кидается губит. Звезды далеко, ты не долетишь. Розовый дурман, он вселяет ужас. Где-то далеко, ты в ночи кричишь. Это спасет, она станет мешходом. Это унесет, затуманит мозги. Белая дорожка не будет счастливой. Скрепу приведет и убьет лишь ты. Ты не беги, уноси свои ноги. Разлетает зимний день, погоди. Орден Геода освещает дорогу. Он тебя погубит. Приглушенный свет и кальяна сладкий дым. Руки ее словно плен, губы ее как кокаин. Это же шаман, он раздавил ловушки. Принял сирен, затуманил мозги. В лапах у него потерявшие душу. Скорей беги, 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 беги. Беги, беги, уноси свои ноги. Я в своих
second turn. Yeah, who got that? Время, когда уснуть. Не проминать и не забыть вернуть. Объясни боли в душе моей. Мои нервы, они пылают огнем. Я буду первым, скоро здесь ни при чем. Среди своих страстей ему, среди скитаний и разлук, как разорвать мне этот круг? И выдержит ли сердце? Закричен. Я кричу, этот труд заколдован. Не нужно я здесь прием. Как иллюзия, ты очарован. Я им вновь увлечен. Я кричу, этот труд заколдован. Не нужно я здесь прием. Ушедших навеки.
моє серце стучить в глубине. І падіння мою безконечність вижу словно во сні. Спасибо. Группа «Картуш» для вас. Олег Сакмаров. Юрий Кондрашов. Сергей Макаров. Тимур Мирзоев. Мария Подгурская. Андрей Вертузаев для вас. Группа «Картуш». Спасибо. Любит рок-музыку. Ребята, нам повезло. Ура! А почему название именно «Рок-пирог»? Ну как, почему? Потому что нас много, и вот, есть такой очень вкусный пирог, который мы принесли сегодня с собой, и которым мы всех угостим. Я думаю, все обратили внимание, что у входа в клуб стоит спортивный автомобиль. Что это за машина? Это машина автогоночная, Porsche GT3. И я должен сказать, что среди нас сейчас присутствует настоящий автогонщик, заслуженный мастер спорта международного класса Олег Кисельман. Поприветствуем его. Олег едет в немецком чемпионате и защищает Россию в кубке Porsche. Значит, у нас сейчас у нас проходит интернет-игра Формула О2, и я хотел бы, если здесь присутствует Андрей Бородай,
то мы его пригласим на сцену. Он объяснит, почему здесь находится этот автомобиль. И я хотел бы поблагодарить тех, кто пришел сюда через интернет, узнав о том, что сегодня здесь будет этот автогоночный автомобиль стоять, и кто принимает участие в этой суперигре Формула О2, автогоночной игре. Спасибо вам большое, что вы сюда пришли. Спасибо. Андрей Борода, если можно, сюда, на сцену. Вот Андрей, ну расскажите, пожалуйста, тогда про игру «Формула», как она называется. Ну, в общем, так получилось, что благодаря Андрею Вертузаеву и группе «Картуш» пользователи проекта «Формула О2» получили возможность из «Вирта» перенестись в абсолютную автогоночную реальность. «Картуш», собственно, кроме того, что открывает молодые музыкальные таланты, ни для кого, наверное, не секрет, что Вертузаев заядлый автогонщик и автолюбитель, в команде, кроме Олега Кисельмана, еще есть Руслан Дмитрий Певцов, который тоже поет в группе «Картуш». Есть еще гонщик Владимир Нечаев. В общем, много. «Картуш», «Вертузаев» и «Автоспорт» — это неразрывно связанные понятия. Теперь еще «Формула О2». Вообще-то я могу говорить долго, нудно, иногда матом полтора часа, ни разу не повторившись, но меня попросили коротко. «Картуш» подарил уникальную возможность пользователям проекта перенестись в реальный автоспорт. У нас есть несколько этапов виртуальной гонки «Формула О2», победители которых принимают участие в реальных автогонках Европы. Это Украина, это Смоленск, это Италия, кубок «Хонды», очередной этап, это Германия, Хокенхейм, кубок «Порше». И я, в общем-то, не с пустыми руками на сцену поднялся специально для того, чтобы наградить пришедших сюда пользователей, гонщиков проекта «Формула О2», которые уже приблизились к тому, чтобы выиграть первый этап. И один из них поедет на открытие сезона в АМД Мечкова. Он посетит боксы команды автогоночной. Он получит пригласительный, опять же, на концерт группы «Картуш». Ну, в общем, хватит обо мне, любимом гонщике Демон ДЛ. И сразу так, чтобы не затягивать, ребят, осторожно с мониторами и стойками, не зацепим. Еще у нас есть ГОК, еще у нас есть КВН, и еще у нас есть инструктор. Это ребята, которые на данный момент занимают верхние строчки в чемпионате Еврорейс «Картуш», которые имеют все шансы стать победителями. Один из них поедет в Мечково. Так, я вас вижу только от троих. У нас тут Димон ДЛ. Ребят, пожалуйста, подходите. Димон. О, и ГОК подтягивается. И я вас по одному буду отпускать. Кстати, вот этот вот человек, Димон ДЛ, победитель зимней серии, опять же, на «Формуле О2», «Гонки звезд». Его показывала НТВ, его показывала ТВЦ. Он выиграл на реальной трассе у реального гонщика за рулем реального автомобиля. Димон, респект, уважуха. Футболка от группы «Картуш». Выхватывай, а то у меня рук не хватает, я все-таки не Шива. Диск группы «Картуш» — очень волшебный диск. Там внутри есть коды, которые ты введешь в игре, получишь игровые деньги и проапгрейдишь свою очередную тачку. Димон ДЛ! Так, кто это у нас? Неужели инструктор? Инструктор, диск... Вытащи откуда-нибудь у меня футболочку, футболку. Поздравляю! Удачи в первом этапе Еврорейс «Картуш 2008». Человек из Белгорода, КВН. Он сначала расстраивался, говорил: ну, ребят, ну чего вы все тусы устраиваете в Москве? Ну давайте к нам. Да, в общем-то, не вопрос, мы и туда приедем, но КВН решил приехать сюда. За это тебе отдельное спасибо большое. И призы от «Формулы» и «Картуш». Ну и, собственно,
Сашна Гог, практически ветеран проекта, он чуть ли не с первых дней основания формулы О2 на трассе, ездит уверенно, играет и практически выигрывает. Удачи тебе в первом этапе Еврорейс Картуш, победы, ну и я надеюсь, встретимся в Италии или Германии. Спасибо тебе. В общем-то, слушатели у музыкантов и пользователей у проектов — это самое ценное, что есть у нас. Спасибо вам огромное всем, кто в этом зале, кто слушает Картуш, кто слушает вообще рок-н-ролл, стрит-рок, музыку, кто играет в автомобильные игры. И отдельное спасибо тем, кто принимает участие в реальных автогонках. Олег Кисельман, огромное спасибо за то, что согласились нашего победителя провести в Германии по Хокенхайму. Ну, пожалуй, я сваливаю. Матом ничего не сказал? Ну, слава богу. А мы продолжаем наш сегодняшний фестиваль «Рок-пирог». Я приглашаю на сцену следующую группу участников фестиваля. Группа Pearl Harbor. А вы, друзья, продолжайте слушать музыку и голосовать в ваших опросных листочках. Напоминаю, кто не взял листочки, можете взять их на входе.